эти змеи. Я вообще не понимаю, что происходит. Жопа, 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 жопа! А теперь рассказывай, все по порядку. Представь, что ты где-нибудь в Ницце, все на тебя смотрят. На кораблике не хотите поехать? Работа есть. Солидные, состоятельные люди. А давай искупаемся, а? Ницца. Мой личный самолет, утром будем там. Егор, это что за хрень? Мы где? Твою маму. Итак, я в глуши, меня похитили и везут в неизвестном направлении. Я прощал. Вот прыгнешь со скалы, и я подумаю. Егор, блин, не смешно. Помогите! Это Россия. Тут Москва, тут Питер, тут Сочи. Якутск этот, допустим, здесь или здесь. Фигня какая-то. О, давай, скажи, сколько мне жить осталось? Эй, алло! Ну ты чё молчишь-то? Понимаешь, что все из-за тебя. Нам край, если они выберутся. Тут Эдуард пришел, он мой друг. Ходил за мной, оберегал меня. Он падальщик. Ждал, пока ты сдохнешь, чтобы поесть. Зашибись.